Зомби, первая часть. Зомби, тихо. Мы с ней играем с другом за зомби. И мы сейчас пойдем находить шлем сначала. Так, ну. Надоел. Чем я? Обычный зомби. А ты кого сейчас превратился? Я вообще... Мародер. Что ты, кого я бью? Кого бью? Какого... Тихо. Мне шлем не дали. Я шлем хотел. Ладно, давай. Опанька. Жень, давай искать шлем. Шлем. Это чё? Это чё? Объясни мне. Где? В сундуке. Отдай. Я ничего не брала. Я просто посмотрела, что тут за сундук. Превращение бобов, но мы никогда не сможем превратиться уже в человека. Отстань, все. Ты превращается, а я не могу уже превратиться. И мне что делать, я не знаю. Жить себе спокойно. А я нашел занятие бить окна. Так, я пошел. Шлем давай найдем. Шлем, не нужен шлем. Когда солнце будет гореть, нам не подчастливится. А, то есть они меня вообще не атакуют. Мы будем гореть. У нас рейд. Хватит. Что, у меня в телефоне рейд. Так, ладно, подписчик. Shadow Legends, бэм-бэм. Я тебя выкину. А вот это нормально? Никит, то, что жители не бьют. Кто? Эти. Они всегда не бьют, они такие добрые. Если у них шлем, бей их. Как можно. Я шлем ищу вообще-то. Может, шлем у тебя найдется хоть. В деревне найди. Шлем нужен. Опа-на, добыча. А, как это понимать? Давайте я посмотрю, как ты спишь. Да, давай. Фу! Так, ты там находишься? Да. Ай, зомби не дерутся друг с другом. Это очень неправильно. Поесть хочу, я есть хочу. Есть, есть и есть. Голема уничтожили. Подожди. Наверное. А я есть хочу. Мне нужно убить этого. Сейчас тебя убьют. Но ты будешь все равно зомби. Кстати, у нас... Лук не выпал. Зачарованный лук не выпал. У нас... У меня... Жень, смотри, кто я. Я на овце сижу. Сейчас я с овцой выйду, буду главным здесь. Так, а надо теперь мне определить, кто настоящий зомби, кто не настоящий. Так, надо нам рез добыть сейчас. Чуть не упал. Так, я сейчас резу... Я сейчас... умираю! Иди да ко тихо! Мне. Я сейчас мясо добуду. Сейчас мы должны верстак сделать. Так, еще мы должны палки, меч. Подожди. Вот это. На помощь иди ко мне. Иди. Окей. Сейчас я помогу. Сейчас помогу. Сколько я додеть могу? Сейчас до тебя дойду. Окей, на помощь. Ты спанкпоинт поставил? Нет. Не телепортируй меня. Спаси. А что случилось у тебя? Ты в курсе, что ты не в том месте? Да я хочу... Я за мясом пришел. А ты зачем, я не знаю. Давай руду уже добывать. Мы скоро... О, откуда у меня стрелы? А, я скелета уже бил. Так, не говорите, что у меня плохая память. Смотри, я могу на корову сесть. Я был наездником коровы. Корова, слушайся меня.
А я теперь на котике катаюсь. Молодец. Приди ко мне, я хочу... Ты пилотируй меня. Я не оператор, сделай меня им. Сейчас сделаю. Так, сейчас мы Я перепутал. А где кошарик мой? Пропал. Ну что, я на поиске деревни. А я на а там другая есть деревня, еще лучше. Быстрее плаваю. У нас есть суперспособности, мы быстро плаваем. Не, Жень, я за железом. Как ты хочешь, я за железом. Никит, смотри, я быстро плыву. Ну, блин, я есть хочу. Вот уже. На гольме покатайся, пожалуйста. А мы сейчас еще скажем за железом. Я сейчас на запись поставлю. Сейчас, подписчики, мы спускаемся. Я спускаю шахту без Жени, потому что он не хочет железом. Подожди. Сейчас, подожди. Извините, подписчики. Мне что-то подлагивает немножко. Я на один блок упал. Я за тобой бежал. Подожди меня. Да, подожду. А я пока жителей. У меня спам жителей откуда-то. Сейчас, подожди. Так. Так, подписчики, сейчас мы переключились, мы полчаса там. Я на капельник приземлюсь. Так, сейчас тебе кирку дам. О, железку. Слушай. Где тут железо? На. В воде железо. На кирку. Надеюсь, я ее где-нибудь найду. А, нет, все, нашел. Когда можно вверх сваливать. Классный. А я буду добывать вот это. Не вода будет. Ну, дерево. Мне сейчас глаза нету. Никит, где? Сейчас кину. А ты где? Ну я вот он, сзади. Так, я вижу. Игра за зомби очень трудная игра. Давай хоть солнце включим. Как мы в этом? На, не жалеем. О, павук. Так, давай железо добудем. Мое железо! Это не для нас, а для игроков. Знаешь, что у нас сейчас шлемы скоро поломаются? Я из палок могу ведьму выпить. Не надо. Ты какой-то читерный. Не, просто палки есть. Палки не тратим. Коричневая овца. Кто на нее накакал? Хватит. А я сейчас медь добываю. Чтобы так же обкакаться, как и овца, за добычу. Опа-на, железо. Ау, сколько здесь меди просто. Медь вообще не нужен предмет в Майнкрафте 1.18. Сколько здесь меди? Господи, как много железа. За железом еще одно железо. И дождь начался, выключу. Нафига? Это что залежу? Жень, иди куда, я жалюжу нашел. Телепортируй меня. Да подожди, мне нужно еще верстак сломать. Я трачу. Я застрял. Сломал. А ты где овца? Да вот овца обкакалась где-то. Не трогай ее, она красивая. А можно один последний раз ударить? Последний. Окей. Спасибо. Шерсть отдали. Шершень, да. О,
Иди, иди отсюда. Разбили. Я данж нашел. Где? Так, сейчас железком. Все, теперь там тебе оставил. Да тут одна гнилая плоть. Ты где? На ноник иди. Теплятируй меня. Да вот он, я тебе даже проход открыл. Ты хоть бей. Алмазы были? Не было. А, тут зомби на зомби сидит. Можно убить. А потом тебя убьют. Так, ладно, пошли дальше. А я знаю, где алмазы, я видел их. У нас нет железных кирок. Как минимум у тебя она есть. Вообще, ты обещал мне железку дать, а не дал. Железную кирку ты мне обещал. Мне ее нету, не было. Ну, я поняла ее давно. Ты в курсе, что ты вдох на железку залезла? Там ее нету еще. Мне даже железа еще нет. Почему она у меня есть? Я тебе только медь могу дать. Давай я ее в лаву куда-нибудь скину. Не, не нужно мне железо. Ой, медь. У меня меди на прошлом. Железка. У меня уже 18 железа, мне твое железо уже без надобности. Я вижу, конечно, медь на одном месте, ну ладно. Мне нужно читерить. Без надобности. Так, я здесь немножечко за... Я сейчас немножечко нарушитель. У нас здесь появился нарушитель. Ай! Тихо. Мне поесть нечего. А тебе сколько жизни? 3, 5 и 3 голода. Вот. Подожди, не умирай, Никит. О, лазурь. А ты меня телепортируешь потом, когда я... Того. Полсердечка. У тебя тоже? Сейчас, подожди, я к тебе тэпнусь с полным голодом. Блин, у меня вообще мало тоже. Спасибо за железо. Надо две каски сделать на это железо. Кто ворчит? Здесь алмазы. А здесь алмазы есть, оказывается, я видел. Только тебе я не покажу. Да мне не нужно, я железо нашел. Алмазы! Алмазы! Или плесень? Не. Подожди, я железо добываю. Синего ты не увидел тут. Лазурит! Я его видел, кстати. Он мне не нужен. Че, 2 куска железа? Ой, здесь нарушитель есть. Вот это я. Нарушитель. Нарушитель. Как мне это понравилось. Нарушитель. Я бы ударил крипер, он взорвался. А ты там вообще? А ты что, за железом? Нет, я ловушку криперу делаю. Он подходит, и я такой... Мяу! Ничего себе, эффективно. А как будем обратно выбираться? Тэпусь. Так, мы нашли первые ресурсы новые, которые я еще не знаю. Печку создаю. Создаем. Так, ладно. Так, где у меня железо? Я где-то что-то ворую. А чем, а чем я буду топить? Мне палка одна осталась, Жень.
топливо нужно мне. Ай, больно. Ты ко мне мог зайти просто в игру. Я все свое дерево отдал тебе, вот жаль. Зачем? Мне этим нельзя топить. Так, чем можно топить? Я здесь много ресурсов взял. А кожа нельзя, ничи нужен, пригодится. Кожа нельзя, шерсть можно, шерсть нельзя, почему? В общем, помоги мне. Дерево нарубим. Так, подписчики. Очень далеко. Дерево добудь, пожалуйста. Значит, без алмазов. Так, значит, алмазы деревянной же киркой. О, еще алмаз. Я в чем прикол, ты останешься алмазом. Нету алмазов. Кстати, алмазы превратились в ничего. Расскажи, совет, что делать? Для подписчиков. Так, смотри, здесь много железа, алмазов, золота. Я думала, на чем плавить мне железо. Я твои старые детки. А алмазы не могу найти уже. Палочка загорается, прогорается. О, там еще одна шахта есть. Сейчас по кило надо экономить. Так, нужно на кирке все прожарить. Так, понимаешь, что у меня сейчас дефицит с этими с факелами? Мы хотели в этой серии сделать железный дом. Нет. Припомню, что было такого слова. Что сделать крипера? 4 пороха? Женя, а давай дом хоть построим. Мне палки нужны. Где здесь палки? Я пошел за палками. Я так, как хочешь. Я железо просто кладу. О. Топливо кончилось. Угу. Ты не бьешься. Верстак мой. И печка тоже. А я верстак не брал. Сейчас подшутим. Ты шлем был. И он сломался. А у меня зомбака нету! У нас, я был зомби. Оказывается, я был зомби, а крипер не превратился. Ой-ой-ой-ой-ой, все запутанное у нас, Женей. Я в доме заселился. Вторую часть можете увидеть у меня на приставке Никита Брашников, brashnikov.com. Ты чё? Мы первая часть зомби с Женей. Но я буду потом дальше выживать сам один. Так. И поставлю дизлайк на ролик. Сам себе. Сколько процентов? 69, 68, 65. Нормально. Так, дальше мы добываем дерево. А дальше мы его ударим Женей, и Женей его, и Женей зомби. Я знаю дюпы разных предметов, но... Ну, только... не знаешь, да? Знаю. Так, надо нам домик уже построить, как бы говорится. Давай ты будешь деревом заниматься. Иди, иди дом. Сейчас я должен... Тихо, давай дом построим хоть тебе. Надо про красивый домик построить, потом я дострою. Да, вот это надо мне красивый домик сделать. Для сам себя все портишь. Так. Все, я в доме заселился. В каком? Сейчас, подожди, проблема.
Ну все, достаточно. Дерево добыл. Ночью. Да, точно. Ложись. Жень, прыгай, я тебя лупить буду. Ложись спать, Жень. Сейчас, когда солнце сядет, надо... А то, что у меня Майнкрафт завис, это... А, все. А, когда жителей бьешь, у меня всегда зависает. Неважно, в общем. У меня маска задюхалась. В общем, всем пока. Вторая часть скоро выйдет. А я пока буду домик строить. Прикольно. Я испортил все. Никит, чё? Не хочешь мне ничего объяснить? Что? Чё ты нашел? Что? Как это объяснить? Что? Почему в печках находилось яйцо спавна мобов? И две маски, и плеера, и зомби. Я ничего туда не ложил, реально. Да? Никита хочет отказаться от своей жизни. Реально ничего. Чего? Ты точно? Правда? Никит, дай досок. Не, нету. Я всех потратил на голову. Ладно, давай спать всем. Спать. А у меня кровати даже нет. Мы подожди мне, пару секунд мне нужно. Второй части, ждите второй части. Вторая часть выйдет скоро. Сейчас, подожди, мне...